Всем привет, чуваки, это будет короткое видео по крипте и надеюсь, что полезное для вас. Посмотрите, Dash растет к битку, растет, отбивается от сетки EMA Ribbon. Вырос за последние дни достаточно сильно, как мы видим. И на фьючах мы видим, вот он как хорошо растет, да, смотрите. Прям как по учебнику идет. BNL, не знаю, как у вас, но у меня уже крышесносный, почти 1000%. А теперь, внимание, отдаляемся назад. Видим, что нифига он еще не растет. И он все еще находится в зоне накопления. И несмотря на то, что если вы включите вот здесь 15-минутки, у вас тут уже полнейший to the moon. И то это еще такой, скажем, прогрев только. То если вы посмотрите на долгосрок, вот Dash BTC, допустим, то вы поймете, что он, во-первых, падает. Привет всем медведям. Нисходящее сопротивление у нас есть. А во-вторых, если вы включите дневки, отдалитесь еще дальше, то вы поймете, что это чуть ли не самый прекрасный график, который вы когда-либо видели в крипте в плане зоны накопления, в плане скидок, которые он вам дает, в плане того, что мы в супер массивной зоне накопления все еще находимся. И это видео не только про Dash, это видео про множество альткоинов, которые находятся все еще в такой же зоне накопления, но еще не вышли из нее, как там Cardano, BNB, Doge, всякое такое. Тот же эфир Classic даже уже вышел. Так вот, Dash все еще в этой зоне накопления. И не знаю, как у вас, но у меня и кросс-портфель сегодня выравнивает именно Dash. И на фьючах, как я уже сказал, тоже профит почти 1000%. И идет он как по учебнику вот по этой линии. Поэтому что я хотел сказать этим видео, что да, конечно же, это не финансовый совет, не инвестиционная рекомендация, дисклеймер, но тем не менее, ребят, тут все видно невооруженным глазом. Если вы хотите купить Dash, то вы можете это сделать на нашем любимом обменнике Crypto Exchange или Fast Change. Вот они все рабочие обменники. Вы здесь можете вот купить за Сбербанк или за Тинькофф Dash сразу на свой кошелечек по хорошему курсу. Торговать вы его можете на Binance, также там покупать, в принципе, с картой хранить, и ну, лучше выводить на кошелек его. По этой ссылке на Binance вы получите скидку 20% на все комиссии. Кошельки хорошие, вот эти тоже рекомендую. Холодный кошелек Ledger, либо Exodus можете поставить, либо Trust, либо, в принципе, MyDash Wallet скачать, официальный дашевский кошелек, и держать, потому что, ребят, ну, эта монета с самым большим потенциалом. Эта монета не скам, это очень крутая форма цифровой наличности, децентрализованного электронного кэша, и она супер искусственно сдавлена просто вот здесь, в этой зоне накопления. Посмотрите, у нас уже был выход из нее, нас в нее вернули, дают нам закупиться снова, и мы видим, что тут потенциал до all-time high, ну просто гадалки не ходи, очень большой. Почти 1000%, 750% только до all-time high. А когда мы его перепишем, то там еще выше лететь и лететь. Вспомните просто график эфира. Вспомните график эфира полгода назад. Посмотрите, ничего вам не напоминает? Посмотрите внимательно. То же самое, пик, зона накопления, дамп, и потом вау. Поэтому слушайте, до эфира классика и кардана, и любого альта, который уже улетел, посмотрите. Мой вам совет такой финансовый. Не покупайте вот тут. Я не говорю, что не надо покупать эфир или кардана. Я говорю о том, что вот тут уже покупать, это как бы на свой страх и риск, если вы вот здесь не купили. А теперь внимание, вернемся на Dash. Или на любой ваш альткоин, который еще не стрельнул. Anthology, Bitcash, неважно, NEM. Все, что вы пишете. Трон. Смотрите сами. Если увидите, что монета находится внизу, покупаем и держим, пока она не будет наверху. Вот и весь рецепт от Грини. Покупаем дешево, продаем дорого, плавно разгружаем позицию по дороге наверх и плавно ее набираем. Что это значит? То есть не сразу на всю котлету заходим на 100%, а потихонечку по 20, по 10% выходим. Таким образом, вы будете в плюсе и ограничите себя от риска волатильности. Ну а если вы торгуете битком и эфиром, то не забудьте, что у нас сейчас идет набор в команду на Bybit. Вот по этой ссылке.
из описания. Там огромные призы. У нас уже достаточно большая команда, закрытый чат для всех участников. Уже 32 человека, вы все еще можете вступить и торговать с нами именно биткоином и эфиром в инверсной марже. Для этого нужно на счету иметь именно биткоин или эфир, не USDT. Вот, ну, а я извиняюсь, что сегодня такой короткий видос, потому что что-то очень много текущих задач сейчас. В общем, вот вам мой прогноз по Дэшу. Также докладываю, что прикупил немного OneInch'а, Polkadot и токенов аудио. Ну, по-моему, я это уже говорил. Все, ребята, всем профитролей. Держите голову в холоде, держите битки в холоде, а одно место в тепле. И увидимся в следующем видео. Отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен.